4 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» прошел турнир по баскетболу «Атомбаскет» в формате 3 на 3. Для проведения масштабных спортивных проектов, таких как, например, «Спартакиада», время еще не пришло. Они все еще попадают под карантинные ограничения. Поэтому поддерживать спортсменов в форме позволяют небольшие игровые поединки. Таким событием в баскетбольном мире Десногорска стал турнир «Атомбаскет» среди работников Смоленской атомной электростанции. Участие в баскетбольных баталиях приняли 4 команды – реакторного, химического, электрического цехов и цеха ТАИ. Среди работников у нас это первый турнир в таком формате в баскетболе 3 на 3. Я считаю, что такой даже более удобный, чем 5 на 5. Работникам проще собраться, да, собрать 3 человека в команду, и он такой более динамичный. Я думаю, им понравилось. Среди участников были и сложившиеся команды, уже не раз встречающиеся на поле. Главное дерби соревнования между работниками реакторного цеха и цеха ТАИ. После яростной борьбы победу одержала сборная реакторного цеха во главе с лидером своей команды Игорем Гладышевым. Это были прекрасные соревнования. Мы соскучились по соревнованиям разного рода из-за ограничений, связанных с пандемией. Вот первый раз собрались. Здесь участвовали цеха. Здесь очень много принципиальных противостояний. Мы с цехом ТАИ всегда выясняем отношения за первое место. Все увиделись, здорово провели время. Каждый постарался в меру своих способностей. И получился неплохой турнир. В итоге команда реакторного цеха вырвалась вперед и заняла первое место, оставив серебро команде цеха ТАИ. Третье место завоевали представители электроцеха, а замыкает список химцех. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.